Я думаю, что Казань, очевидно, выбрана не случайно, потому что Казань сегодня она видна не только на карте Российской Федерации, но сегодня это город, который хорошо виден и в Европе, и в мире, и мы являемся центром самых крупнейших и совершенно разных мероприятий вот, международного масштаба. И ну, очевидно то, что выбор ЮНЕСКО пал на Казань, является, с одной стороны, признанием этого факта и роли Казани, и признанием того, что Казань обладает интересным, уникальным опытом, который сегодня может быть как никогда востребован во всем мире. ЮНЕСКО занимается вопросами образования, вопросами просвещения, вопросами культуры. И в самом фокусе всех программ всегда находится молодежь. Для нас, как для Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, это прекрасная возможность рассказать о том опыте, который есть в Республике Татарстан в сфере работы реализации государственной молодежной политики, об опыте реализации программ, направленных на межкультурный диалог и, безусловно, подчеркнуть интересные формы, интересные форматы, которые сегодня реализуются во всем мире. Эта площадка, это возможность быть интегрированными в глобальные мировые процессы и для того, чтобы в дальнейшем, соответственно, в какой-то момент произошла синхронизация с теми глобальными процессами, которые происходят в мире, но мы, соответственно, дальше еще более осознанно продолжали, понимая свои сильные стороны, развивать новые направления для развития, для поддержки молодежи и такого модернизации нашей деятельности в Республике Татарстан.